добрый вечер еще раз. Мы начнем с... Собственно, концерт мы начнем с первого трека нашего альбома. Тема называется «Мистер Пэт», посвящена она гитаристу Пэту Метини. Thank you.
композиция «Мистер Пэт», первый трек с альбома. Дальше мы слегка уходим от исполнения диска. Следующая тема – это тема нашего пианиста Алексея Рябухина. А музыкантов я представлю чуть попозже, по очереди. Тема называется «Джо Кальдерацио». Тема посвящена пианисту. Одно имя. Thank you.
Thank you.
Это дурацкая тема Алексея Рябухина. Далее прозвучит еще одна композиция из пластинки. Тема называется «Элизиум». Рассказывать не буду, вы потом сможете прочитать описание, о чем это. Собственно, о диске. Thank you.
Сейчас мы перенесемся на многие десятилетия назад. Прозвучит композиция Эдди Харриса. Тема называется Free Jazz Dance. В современной аранжировке, в аранжировке знаменитого музыканта Алана Корона. Thank you.
Меня зовут Анатолий Осипов. Сейчас мы сыграем для вас финальную композицию пластинки. Только пластинки. Вот, собственно, которая и дала название, заглавное название всему альбому. Вот. Изначально рабочее название было рок-баллада, поэтому «Место под солнцем» — это ее основное название. В общем, начинаем. Thank you.
Спасибо огромное. Сейчас прозвучит одно монументальное произведение. Это история о том, как... Ну, существует теория о том, как произошла, появилась Луна. Вот. И, собственно, то, что она является якобы остатками планеты Тея, которая столкнулась с Землей очень-очень много лет назад. Вот. Потом она куда-то улетела, возможно, развалилась. Вот. Но остатки от нее собрались в спутник наш собственный. Спутник Луна. Тема называется Тея. Thank you.
отклоняемся от презентационного альбома и возвращаемся к композициям нашего пианиста. Прозвучит легкое успокаивающее после всего произошедшего босанова. Тема называется «For You» для тебя. Ну, 14 февраля. Всех с праздником! Thank you.
Все, собственно, мы покончили с тишиной. Прозвучит очень жесткая композиция. Тема гитариста Гарри Уиллис. Бас-гитарист. Управляет. Тема называется «Армагеддон Блюз». Oh,
Thank you.
Юрия, это был Армагеддон Блюз. В заключение нашего сегодняшнего концерта мы сыграем вторую композицию альбома. Одну из самых интересных тем, самых веселых, забавных тем, называется «Стритпост». Thank you.
Oh,
Спасибо огромное. Мы очень рады, что сегодня пришли. Вас так много. Всех с праздником.